Всем привет! Привет, девчонки! Это мы опять, Наташа и Марк. Сегодня у нас тема «Бедро сзади». Марк прокомментирует и нам покажет упражнение Анжела. Поэтому занимайтесь с нами. Мы вас всегда поддержим и смотивируем. Поехали! Бедро сзади. Вообще есть базовое упражнение. Это тяга с прямых ног. Еще говорят, мертвая тяга. То есть ноги чуть-чуть шире плеч или до ширины плеч. Немножко развести вот пяточку. Все, медленно-медленно опускаем, вот включаем, тут опускаем, как делаем, вроде как растягиваем мышцы сзади. Вот этой частью. Когда подподнимаемся, включаем бедро. И в конце можно подключить ягодицы. То есть пока, покажи еще раз. Вот она растянула, собрала, подняла, а тут включила ягодицу. Спину сильно не надо прогинать, когда опускаешь, потому что всегда нагрузка пойдет на прямые мышцы спины. Мы сейчас работаем на заднее бедро и ягодицы. Но в основном это заднее бедро. Сколько подходов? Опять же, как и во всех упражнениях, первый подход это разминка, второй подход разминка. Но чуть-чуть больше, чем первый подход вес. Доходишь до рабочего веса, по самому чувствуешь, чтобы делать, допустим, 10-12 повторений с трудом. И 4 рабочих подхода. Вот она. Концентрируйся на негативной фазе, когда опускаешь. Негативная фаза, когда опускаешь. Все, и четко-четко, то есть поднимать не руками, а поднимать чисто-чисто, вот, чисто-чисто задним бедром. И ягодицы включаются. Вот, значит, вспомогательный станок на двуглавую. Но он тоже, как и базовое упражнение, очень важен. Потому что тут можно сконцентрироваться только на двуглавую мышцу ноги. То есть, вот она, двуглавая мышца. Но, прежде чем начать упражнение, надо... Ставь. Вот. Надо так отрегулировать под себя. Все станки, они регулируются. Чтобы ни сидушка и не близко было, и недалеко. Чтобы валик конкретно под пяточкой был. Это очень важно. И ни в коем случае не наседать полностью. То есть должно провисать. Вот должно провисать. Провисать это расстояние, чтобы колено подводить. Вот. Это первый, один из важных факторов. И второе, когда начинаешь затягивать на себя, включить заднее бедро. Желательно носки на себя. Работает. Вот она включается. И носки не отпускаешь. Носки натягиваешь на себя. Тогда четко идет натяжка заднего бедра. И оно постоянно. То есть вот позитив, вот негатив она отрабатывает. Концентрация на негатив. Вот негатив. Отработала негатив. Держит. И она не отпускает до конца. Она его все время держит в тонусе. Не бросает. В одном ритме работает. Четко он прям видно, четко работает вот он работает. Поэтому сидушку надо так разместить, чтобы заднее бедро нависало, чтобы дать ему работу. Про подходы? Так же самое, так же, два разминочных, один легкий, чуть потяжелее, и потом скажешь рабочий так, чтобы, допустим, на станке где-то делать на двуглаву где-то можно 12-15 повторений. Так, чтобы, допустим, 14-15 повторений, уже последнее повторение было с трудом. 4 рабочих. Мудрить ничего не надо. Чем проще, тем эффективнее. Второй станок тоже очень хорошо. Есть еще станок горизонтальный. Там тоже надо выставлять, постоянно тут его нету, я покажу на вертикальном станке. То есть обязательно выставить на станину. То есть расстояние. Сейчас я покажу. Вот видите, в данный момент, вот, чуть-чуть, иди сюда, Наташа, отсюда. Видишь, коленка не висит. Коленка это плохо. Это плохо. Я покажу, как не надо, как не должно. Поэтому вставляется ниже. Если это горизонтально, там двигается, там станина двигается. Все, пробуем. Вот раз, оп, коленка нависла, вот, ничего не мешает. Валик тоже регулируется, он должен четко быть вот ниже голени. Под голенью. Да. Угу. То есть и коленка нависает, ничего не мешает.
Все, и пошла работа. Сейчас Анжела покажет. Вот. Пошла работа. Вот. Угу. Вот она, пошла работа. Вот. Опять же, вот, негатив, на негативе отрабатываешь медленно, позитив чуть быстрее, оп, но не бросай, в одном ритме пошла работа. Понятно? Колено нависает. Вот, коленка нависает. И валик под и не отрывать. Главное не отрывать бедро. Только пошел отрыв бедра, начинает подключаться тут. Ага. Когда прижата, вот, она чисто затягивает. Вот. Прям видно. Видно, как работает. Вот. Задняя. Угу. Для этого хорошо лечь туда, вот так прям. Чтобы назад не отклоняться, чтобы назад не отклоняться, чтобы не давать разрыв, чтобы тут вот как прилипло все, тут должно быть прилипло. Так, понятно. Подходы, параходы. То же самое, везде одинаково. Везде одинаково. Да. Два разминочных, тут уже можно, допустим, это третье упражнение, можно, допустим, один разминочный поставить. Угу. И сразу поставить рабочий, потому что уже как бы мышца разогрета, заднее бедро уже разогрето. Ну все, теперь три красивые ноги. По любасу девчонки надо делать ноги.